Открылся открытие нового магазина. Местный мясокомбинат. Здравствуйте. Вот. Сейчас пойдем посмотрим, что там продается. Всем привет! Приехали мы с Софийкой, ездили на сольфеджио. Уже когда приехали домой, показывала вам, или сейчас вставлю, покажу видео, как лучше мне начать. У нас в доме открылся магазин новый, Харьковский мясокомбинат. Купила, в общем, там сардельки. Ну, не знаю, что-то цены такие, все дешевое. И сейчас покажу вообще, что я купила. Так, сейчас покажу. На Даманском были, зашла в экомаркет, и у них там своя выпечка. Сейчас покажу, какой я хлебушек, булочку купила. Так, что еще купила? Ну, купили, Софийка любит сардельки с кетчупом обыкновенный. Кетчуп-чумак наш. Майонез мама не приготовила, значит, купили. Так, и булочки сейчас вам покажу. Какие булочки купили. Вот такая булка. Ну, это хлеб. Аромат стоит на всю квартиру. Он идет с чесночком, с зеленушкой. Слышите запах? Аромат чесночка. Булочка прелесть. Ну, хлеб, не булочка. Хлеб. Потом Софийке купила, сейчас достану, вот такую булку. С молочком, да, попьем? Или с чаем. Булочка-сердечко, тоже горячая. У нас в экомаркете своя выпечка, они пекут. Прям горячая покупала все. Хлебушек купила. Хлеб надо доставать, потому что прям пакет влажный. Сейчас достану. Я такой хлеб купила. В общем, хлеб... Уже неделю хлеб не пеку, разбаловалась. Так. Хлебушек и сардельки сейчас достану. Ну, в общем, купила вот это в магазине, который у нас открылся. Купила сардели. Цены 69 гривен. Это я взяла, были 79, эти с сыром 69. У нас таких цен вообще нету. Потом очень много мяса было. Курица была, свинина была, мясо. Вообще цены... Ну, вот у нас магазин есть рядышком, наша ряба. Намного там все дороже. Ну, не знаю, оставят цены они такие или пока сегодня открытие, узнаем. Такое у меня сегодня маленькое видео. Сейчас будем с Софийкой пробовать сардельки. Не знаю, сейчас даже прям разрежу одну. И мне аж интересно попробовать. Сардельку открою. Давай, София, попробуем. Давай. Кстати, мама, а хлеб чем-то посыпанный? Хлеб? Да. Ну, есть один посыпанный кунжутом сардельку. Сейчас открою, прям попробую. Что за цены? Да? Мы их, правда, потом, когда будем кушать, нагреем. Давай, София, попробуем. Давай. А что ты снова кашлять начала? Я что, знаю. Смотрите, разрезала сардельку с сыром. Да, дай попробовать. Вкусно? Или нет? Ну, плохое. Хорошенькая. Угу. Привет. Не пойму, у нас обычно ну, вот хорошие сардельки с сыром. Мне кажется, они стоят ну, больше 100 гривен. Это я не знаю. Там вообще колбасы были цены. Я смотрела, думаю, не пойму, из чего оно сделано. На, я тебе кусочек. На, отрежу тебе кусочек. Уже ротик. Пробуй. Мне нравится. Ну вот, филе куриное. У нас на рябе, мне кажется, 100 с чем-то гривен стоит. Здесь 86 стоило. Ну, как бы так, разница ничего.
Но мне кажется, что нормально обычная колбаса. Ну, ешь, можно. Можно, нормально. Мы колбаску, конечно, любим. Да. Сарделька ничего. Сейчас мы их с Софийкой с тобой нагреем и покушаем. С ароматным хлебушком. Девчонки, в общем, так вам все показала. Все показала, рассказала. Вот этот очень вкусный хлеб. Не хочу доставать, потому что руки жирные от него. Он кунжутом присыпанный, укропчик, тут зеленушка, петрушка. А как он называется? Ну, не знаю, чесночный хлеб. Классный. Ладно, все, спасибо, за что были с нами, посмотрели наш маленький обзор. Маленькое видео. Сейчас буду, чем буду заниматься? На улице отличная погода, мы приехали с Альфеджи, солнышко светит, тепло, классно. Да. В общем, буду заниматься домашними делами. Стирку надо мне зарядить, сейчас машинку постирать. Пока тепло, буду успевать все делать, пока не начались холода. Так, на сегодня все, пока-пока.